Направить энергию в нужное русло и научить молодое поколение работать в команде. Правильно излагать свои мысли, слушать оппонента. А главное, понять, чего хочет новое поколение. Все это в рамках форума по делу. Инициатором его стал молодежный совет при главе района. Власти поддержали инициативу. По итогам прошлогоднего форума, который был ограничен рамками однодневной встречи, организаторы поняли, что этого времени недостаточно. В этот раз лагерь будет работать 4 дня, что позволит нашему подрастающему поколению побольше и теснее пообщаться, обсудить ту проблематику или интересные какие-то вопросы, которые они могли бы поставить в повестку дня как для молодежи, так и для администрации, соответственно, для наших общественных организаций, объединений. Ребята смогут погрузиться полностью во все нюансы организации, как социальных мероприятий, как правовой процесс командообразования. В общем, на итоге я планирую увидеть как минимум 85 людей, зараженных одной общей идеей развития Ленинского района, молодежной инициативы, чтобы в перспективе у нас появились те люди, на которых потом можно строить наше прекрасное общество. Учить строить общество было решено в рамках игры. Для этого всех присутствующих разделили на команды и раздали задания. Так, к примеру, для того, чтобы научиться доверять своей команде, надо было с завязанными глазами пройти по строго ограниченной полосе, слушая подсказки ребят. А вот умение работать в команде проверялось методом счета. Навык быстро принимать решения на примере построения живой пирамиды. Места мало, людей много. Во второй половине дня все силы были брошены на подготовку к вечернему концерту. Написать песню, поставить танец, отрепетировать сценку. Концерт-презентация, где строгое жюри – сами участники форума. А конец дня – время для разбора ошибок и поиска путей решения. И для этого на сцену поднялись старшие и более опытные наставники. Ребята выслушали все замечания и приняли к сведению. А впереди еще 3 дня плодотворной работы, результаты которой будут подведены на итоговой встрече. Екатерина Чернышова, Александр Шишов, Павел Игнатьев. Видное ТВ.